Fashion Day в этот раз был посвящен не только модной одежде. Перед гостями выступили ювелирный эксперт, нутрициолог и специалист в области парфюмерии. Это моя история постоянного обучения. Я решила обучить Челябинск, пригласить самых крутых спикеров в своих областях, чтобы они дали знания нашему городу. Формат все-таки не ярмарки, не маркета, а именно такого модного дня, когда ты можешь познакомиться со своими коллегами, когда ты можешь познакомиться с людьми, о которых ты знаешь, но никогда не слышал. Почти на всех стендах представляют бренды, собственники бизнеса, либо дизайнеры. Это очень интересное знакомство, можно пообщаться и уже из уст в уста получить информацию о том, как носить одежду, как носить украшения правильно. Это очень ценная информация. Мы привыкаем к определенным образом, мы привыкаем к определенной подаче, подаче брендов, подаче красоты. А когда мы приходим сюда, мы можем по-другому посмотреть на мир, на себя, примерить какие-то новые вещи. Первое слово берет стилист Наталья Семенова из Екатеринбурга. Она представила сразу две актуальные темы. Первую часть я посвятила карьере начинающего стилиста, либо бьюти-мастера, от того, как он может найти свою нишу на рынке и добиться мирового признания и успеха. А вторая часть, вторая лекция будет посвящена стильному коду современной девушки, то есть на что обратить внимание, какие существуют лайфхаки и как быть стильной, но при этом не быть в массе идентичных людей и не быть похожей на какого-то клона. Узнать о том, что модно сегодня, не составляет труда. Источников этой информации в наши дни больше, чем когда-либо. Именно поэтому мы спросили экспертов проекта Fashion Day о том, что теряет свою актуальность. Антитренд, например, первый, заключается в том, что не нужно создавать псевдостиль. Что такое псевдостиль? Это когда вы посмотрели, например, какую-то неправильную пропорцию, какую-то интересную миксовку и попытались ее повторить, но при этом не учли канонические аспекты, связанные с композицией, с пропорциями, с возможностями нарушения, потому что иногда это смотрится комично. Следующий антитренд – это вещи с чужого плеча. То есть, например, если ваши линии тела более плавные, а вы надеваете вещи для девушек, которые более острые по своей фигуре, то, конечно, идет отсутствие вот этой интеграции, и получается, опять-таки, это какой-то антитренд и антимода, даже заблуждение в какой-то степени в стилистике. Ну и такие массовые антитренды – это леггинсы с короткими топами, это всевозможные сетчатые колготки, это неправильная носка изделий и так далее. Антитренды, я думаю, что это все в обтяжку, короткая, обтягивающая одежда, вызывающая, не знаю, какие-то реакции. Ну, в общем, одежда должна быть комфортно, удобно и вам идти. Я точно знаю, что сейчас носить нельзя. Можно будет носить, не только можно будет носить, но будет очень модно через полгода. Например, резинки, да, из наших 90-х объемные, или крабики, которые сейчас антитренд этим сезоном, осенью зайдут с такой популярностью, это будет очень модный аксессуар. На смену еще вчера популярным маркетам сегодня приходят события, подобные этому фэшн-дню, где можно не только познакомиться с творчеством местных дизайнеров, но и узнать много нового, интересного, персонального, связанного с модой и стилем.